Итак, уже практически лето, а мы только подводим итоги выставки. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поехали! Пока не забыл. Ну, а точнее забыл отправить призы победителям прошлого розыгрыша. В ближайшие дни я свяжусь с победителями и исправлю свой косяк. Простите меня, пожалуйста. А сейчас возвращаемся к итогам выставки. Здравствуйте. Вот и подошла к концу выставка «Акватерм Москов 2019. Подведем ее итоги. Лично мне выставка не очень понравилась. Отсутствовали гиганты, такие как Вайланд и так далее. В принципе, многие производители были на прошлогодних стендах с прошлогодними новинками. Ну а, скажем так, основную информацию, которую вы можете, вот то, что мы подчеркнули на этой выставке, вы можете увидеть в нашем фотоотчете, в наших роликах, дневники выставки, как бы, ну и, наверное, все. До встречи в следующем году. До свидания. Но я еще не прощаюсь. Как и обещал, от нескольких производителей я привез подарки. Это рюкзачок Бакси и рюкзачок Валтек, в котором у нас лежат перчатки Валтек и термос. Все это мы разыграем. Условия, как обычно, простые. Лайк, подписка на канал. Не забываем, чтобы ваш YouTube профиль был открытым, чтобы мы могли это проверить. Еще добавим одно маленькое условие. Нужно сделать репост данного ролика в одной из трех социальных сетей. Facebook, ВК, Instagram. Соответственно, в этих сетях тоже страница должна быть открыта, чтобы мы могли это проверить. Ну и ссылку на свой профиль из этих сетей оставляем внизу в комментариях. Ну и пусть победит сильнейший, хотя это здесь как-то не очень подходит. Пусть победит самый везучий. Подводя итоги выставки, подводим также итоги конкурса «Котел года 2018». В прошлом году лучшим котлом становится Бакси Экофор. Поаплодируем компании Бакси. А, вот это вот другое дело. Так как проголосовавших, по моему мнению, было очень мало, ну и, соответственно, времени было мало, ну, если не считать, что я затянул вообще с объявлениями результатов, я считаю, что самый хороший вариант — начать конкурс «Котел года 2019» прямо сейчас. Поэтому, как только посмотрите данный ролик, идите в нашу группу ВКонтакте, под закрепленным постом в комментариях голосуем, как и в прошлом году. Ну и в принципе, на этом все. Всем спасибо. До свидания.